Ребята, всем привет, с вами Ксюша. Я 100 лет уже не шопилась, и я приехала в свой любимый торговый центр «Галерея», где мы закупимся одеждой. Я очень боюсь врезаться в кого-нибудь, но если что, извиняйте. Мы сейчас идем, разумеется, в Victoria's Secret. Я не буду покупать мисты сегодня, буду закупаться только одеждой. Это видео будет очень долгим, я так думаю. А вот наша Victoria's Secret любимая. Я обожаю, как она закрывается. Такие ворота здесь красивые. Постоянно хожу тут мимо. Ищем, где у меня фото паспорта. Я хожу по паспорту, а мама по QR-коду. Заходим, тут очередь. Ну ничего, постоим. Ну, ребят, вы сами понимаете, какое тут дело, поэтому пока-пока. Вот такой вот у меня, ребят, пакетик получился. Я вам не буду показывать покупочки. Посмотрите, фольга, да, розовая, красивая. Ребят, не переключайтесь, смотрите видео до конца. Может быть, даже будет обзор. Не отходя от кассы, мы прямо идем в Зару. Ну что, что берем? Для клипа нам нужны розовые вещи, поэтому мы сегодня ищем розовые вещи. У меня есть розовый пакет для съемки, ура! Вот это вот розовое прикольно, это мне уже больше нравится. Это XS, но я не знаю, где здесь XS, где мои руки вообще будут находить. Я моль, ура! Нет, это мне не нравится точно. О, мама, смотри, какие туфли красивые, оранжевые. Ух, идем дальше. Вот это мне розовое не очень нравится. Как будто из мультика «Даша путешественница» одежда вылезла. Я теряюсь здесь, ребята. Ну, вот это мне уже нравится больше, но мне не нравится сама ткань. Я еще обязательно зайду в 12 сторис, я его просто обожаю. Ну, то есть вы поняли, да, что я уже что-то присматриваю для клипа. Вот это мне нравится штучка. Я хочу себе такую штучку, эсочка. Давай померить возьмем. Первая вещь, которую мы взяли в Заре. Ну, не за всю жизнь, конечно, за сегодня. Это похоже на плед бабушки, но ничего. Так, двигаемся дальше. Какие-то штаны. Я в штанах обычно утопаю. Розовая кофточка. Кстати, ничего такая красивая, да? Да, вообще классная. Под нее топ нужно надевать, это минус. Это эска. Вторая вещь, которую я взяла в Заре. Ребят, зацените мой лук на сегодня. Я считаю, класс. Ну, юбка мне такая точно не нужна. И кофта тоже мне такая не нужна. Опять каблуки. В этом видео точно мне каблуки не нужны. Кстати, ребят, кто хочет, чтобы я закупилась только каблуками, пишите в комментариях кучу плюсов. Я очень хочу. Представляете, я все видео покупаю себе каблуки. А потом можно по сантиметрам, короче, посчитать, сколько у нас всего получится каблук. Мои идеи, чур не брать, не разрешаю. Вот мне вот это нравится. Что это? Она какая-то кожаная. Ну, что-то она короткая, мне короткая не нравится. Шорты, ой, нет, идем дальше, вот туда. Ну, вообще, в принципе, ходим, смотрим все подряд. Вдруг что-то понравится. Во, я считаю, топовое платье. Мам, как тебе? Берем такое платье? Мама говорит, нет, ну ладно. У меня такая беленькая есть, очень красивая. Так, что тут еще есть? Не знаю, просто какая-то накидка. Страшно, очень страшно. Платье красивое. Ой. Идем дальше. Мам, ты знала, что тут есть очень вкусные духи? У нас сегодня не духи, кролик. Ну, подожди, давай вот смотри, какие тут красивые. Тут даже с яблочком есть. Предлагаю купить. Ладно, идем дальше. Короче, здесь, в принципе, ничего такого нет, но мне нужно было взять синюю водолазку. В принципе, вот я ее нашла. Сейчас я возьму свой размер. Я вам потом скажу, для чего я ее брала. Это Элька, это я утону в этом. Это М-ка. Последняя надежда. И М-ка. Ребят, я предлагаю взять М-ку, померить М-ку. Почему? Мама говорит, нет. Но мне нужна эта водолазка, понимаешь? Может, есть другая синяя какая-то. Что делать будем, девочки? Идем дальше, смотрим. Ничего нет. Короче, видимо, без синей водолазки я осталась в Заре. Хотя я думала купить ее именно здесь. Ну ладно, идем тогда в примерочную. Я имею только две вещи, по крайней мере, я их выбрала. Нормально. Мне всегда кажется, что там что-то видно. Вот тут жвачку налепили, давай жвачку это и закроем. Это нужно надевать прям сверху блузки. Ну не такой, конечно, блузки, а другой. Сейчас вы услышите звук этой кофты. Ой! 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 Все, класс. Ну что-то как-то сверху этой блузки не очень. И в принципе я как будто боец какой-то. Богатырь на Руси. Ксюша Попович. Киборг-убийца. Все, это мы точно не будем брать. Ну, вообще красиво очень связано, но извиняйте. Я ее, скорее всего, возьму. Мне кажется, ее можно много с чем сочетать. Ну, прям хорошенько, мне нравится. Да, но ее лучше с топом надевать. Вообще отлично, я считаю. Такая, как птица. Да. А у меня еще жилетка розовая. Клетку. Фу. Она очень прикольная с этой штукой будет сочетать. Нет. На, держи. Это будет, конечно, очень нелепо смотреться, мне кажется. Ну, блузку бери, а жилетку не надо. В итоге в Заре мы взяли только одну розовую блузку. Надеюсь, она пойдет мне для клипа. Но если что, я ее буду носить просто так. Идем в следующий магазин, я еще сама не знаю в какой. Мы идем в Аушо. Я здесь покупала пижаму, тапочки покупала. Ну, вообще, в принципе, прикольный магазин. Заходим. Так что здесь можно купить? Вопрос. Мы же взяли халат. Зачем сюда пришли? Идем к тапочкам. Я очень люблю тапочки разные. Вот смотри, какие клевые. На липучке, прикинь.
Класс. Я такие не хочу, мне нравятся вот эти, смотри, какие красивые. Что такие есть тапки? Вот, пушистые, с двумя полосочками. Кролик прям. Ну, ну хотя они тут твердоватые, мне кажется. Вот те круче. А вот эти? Такие же абсолютно, только цвет другой. Ребят, короче, мне здесь ничего не понравилось, мы идем в следующий магазин. Пока что мы решили сделать передых. Пойдем возьмем себе коктейльчик манговый. Вот наши любимые смузи, я хочу взять какой-нибудь из этих. Предлагаю взять чья? Я, наверное, возьму то, что в тот раз брала. Да. Это... Мани. Да. Кто-то кашлянул, и мы быстро одели маски. Ты тоже? Да. Вот это мой, посмотри, какой красивый вообще. Вот это мамин. Мой тоже, ничего. Мам, идем на 12 сториз? Идем. Только что купили, только что все съели для вас, но у нас прошло минут 10, и мы заходим в 12 сториз. Я здесь очень много чего покупала, например, куртку, в которой сейчас ходит моя мама. Эту куртку я покупала для себя, но произошла ситуация, которая вообще, по идее, не могла в принципе произойти, а мама потеряла где-то свою куртку. Это просто трэш. Я чувствую, мне надо будет еще одну такую куртку покупать. Здесь мы найдем синюю водолазку. Вот, такое пальто у меня есть дома. Очень классное. Потом мне еще сюда есть очень крутой шарф, блузочка, юбочка. Кстати, красивая юбочка. Прикольно, но мне нравится другой вот пиджак. Где он? Я его хочу найти. Это другой, но он тоже, смотри, какой прикольный. Вот такой, то, что померим, есть эска здесь. Это эс. Посмотрите, какой я выбрала прикольный. Как он называется? Пиджак. Здесь такой воротничок, он прямо такой удлиненный. А вот белый точно такой же. Ну, белый тоже классный. А если сразу штаны смотреть к нему, есть такой вариант? Но я хочу вот что прям таким комплектом. Нет такого варианта. Ну, ладно. Идем сюда, здесь мы проходили. Вот джинсы всякие разные, какие хочешь. Футболочки, очень много разных. Тут тоже вот штаны есть. Какие хоть? О, прикольные, кстати. О, тут синие классные. Эти тут уши мне такие не нравятся. Здесь что-то пока так себе. Сейчас найдем, что мне нравится. Это пальто. Очень классное. Просто белая футболка. До сих пор у меня нет просто белой футболки. Да ладно. Какой классный шопер. Блин. Все нормально. Жива. Мне не очень нравится такой шопер. Кожаный и, знаешь, как будто помятый вот так смотрится. Еще одна белая футболка. Прямо она смотрит на меня отовсюду. О, такие у меня есть штаны. Прикольная кофта. Мне прям нравится такая кофта. Хочу взять такую кофту. Эска. Мне кажется, прикольно сочетать с чем-нибудь. Прям очень класс. Где моя гримерная? О, нашла. Здравствуйте, я вернулась. Давайте отсюда пойдем смотреть. Ну, в принципе, вот дальше ничего такого нет. Думаю, можно идти вот сюда. Свитер мне синий не нужен, уже скоро зима закончится. О, 12 сториз. Хоть и прикольно, но 12 сториз я очень не люблю, когда написано название бренда на футболке. А вот то, что мне надо. Все, супер, отлично. Респект, уважуха. Он мне там даже хлопает, представляете? Что это эска. Относим. Я вам потом расскажу, с чем я буду сочетать. Прям классно будет. У меня уже давно такая идея в голове сидит. Тут розовое, я так понимаю, ничего нет. Мы не найдем сегодня ничего розовое. М. Ксюша видела сумку М. Что с ней? Жмыхнула ее за жизнь. Сколько стоит такая сумка? 20. Мы нашли что-то розовое. Это мама такое у меня любит. Мы идем примерять, но я еще вам тебе хотела показать кое-что. Я не знаю, что это. Но они очень классно выглядят. Смотри, какие тапки. А куда их? Без понятия. Их прям на улице, в смысле, можно? Я буду... Наверное, нет, потому что они сразу черные будут. Ну, есть черные сразу. Мне кажется, прикольно. 38. Не надо. Все, я передумала. Было очень опасно. Так, идем примеры. Вот эту вот синенькую водолазочку я беру 100%. Ну, потому что я буду носить не просто так, а вот что-то. Тебе очень идет синий цвет. Я знаю. Пока. Так, вот эту я тоже беру 100%. Мне она тоже нравится. Очень прикольная, да? Тоже прикольная, да. Так, ребята, этот пиджак мне большой, очень в плечах. Как будто я дядечка с совещания. Поэтому мы его не будем брать. Все, цирк окончен. Всем пока. Вот этот классный пиджачок серенький принесли Ксюше померить. Давай скорей. Он с топиком будет классно, да? Тем, который мы купили сегодня. А, Victoria's Secret? Вот, видишь, он здесь складывается. А, большеват, да. Не, не надо. Не твой цвет, наверное. Очень, ну, в принципе, цвет нормально, но нет, что-то не то. Не иду. Жакеты, пиджаки и джемы. Джемы? Как это называется еще? Джемперы? Джемпера? Ребят, представляете, идем мы тут по второму этажу, и бабац Бершка. Она была на третьем раньше, ну ладно, заходим. Это мужское отдел, но мы перейдем в женский, потому что мы уже QR-код здесь показали. Мама, что нам тут нравится?
Мне не нравится, идем дальше. А может быть, ты не хочешь взять у меня пакет? Давай все. Все. Ура, я счастлива. Ты же знаешь, да, для чего мне нужны штаны? Знаю, бери. Эска. А везло, повезло. Что тут еще есть прикольного? Это куртка такая розовая, но нам такая именно куртка не нужна. Вот есть штаны офигенские. Нет. Трубы. Только мне нужен 32. А то я утону в них. В поисках Немо. 36, 36, 32. Возьмем еще 34, а то вдруг. Потому что я знаю такие ситуации. Мастерство показываем свое. Мам, тут есть на тебя размер. 42. Какая кофта яркая. Вот, рядом. Нет, видела тут синюю красивую? Вау, а мне нравится. Вот, смотрите, что здесь написано. Italy strong. Или не, а, не, a, in, не Italy, а... Тетали, еще без понятия, что такое. И вот тут такая красивенькая надпись, тоже без понятия, с цветочками. И здесь на рукаве еще что-то написано. Мне кажется, прикольно, надо брать. Ну, по крайней мере, померить надо. XS, надо S. XS, ну здравствуйте, где вы? S, нашлись, все. Здоровая. Она такая и должна быть, мама. Еще есть вот такая розовая кофточка, свитер. Это перебор. Смотри, как я обожаю делать. Могу вешать прям вешалки на запястье, но длина штанов не позволяет. Поэтому снимаем. Короче, мы решили сделать хитрость. Мы сейчас это пойдем померим, оплатим и еще померим. Вот так будем ходить мерить постоянно. Потому что в вешке мы обычно всего набираем прям. Мам, посмотри, какие крутые джинсы надо брать сразу. Господи, что с ними? 34? Если что, возьмем 32 еще. Все, пойдем. У меня 5 вещей, я запомнила. Ребят, первая вещь — это штаны и джинсы. Тут какая-то, правда, штучка есть. Ну да ладно. Они прям очень классные. Берем 100%. Вторая вещь — это розовые штаны. Короче, мне, представляете, 34-е большие, а 32-е норм. А хотя те 34-е мне прям идеально были. Но вот эти вот так. Но я считаю, тоже нормально. Для клипа супер. Ну и в принципе тоже супер. В принципе, та розовая блузка из Зары мне очень подойдет к этим штанам. Может быть, увидите в клипе. Короче, ребят, эти штаны мне свободны, но скорее всего я их возьму, потому что так сказала мама. Но я хотела взять поменьше, ну ладно. Ребят, это худи я тоже беру. Мне оно очень тоже нравится. Прям тоже прикольно. Такое яркое, красиво. Просто повторите: безделье, игрушка, дьявол. До свидули. Ну что, ребята, я беру худи, розовые джинсы, вот эти джинсы и черные штаны. Короче, я решила, что больше я ходить не буду, потому что осталось 30 минут до закрытия всех магазинов, даже меньше. Поэтому нужно все успевать. Так, а я сейчас кое-что очень здесь хотела посмотреть. Во-первых, что за духи? Мужские, невкусно. У нас остается 15 минут, ну, 17 до закрытия всех магазинов. Не знаю, что я успею взять в Love Republic. Короче, посмотрим. Просто бегаем, просто бежим. Слишком-слишком не очень нравится мне. Ну, вообще, я еще планирую завтра приехать в галерею, поэтому я думаю, что мы завтра много чего возьмем. Ставьте побольше лайков. Вот какое-то прикольное платье есть, но мы смотрим чисто по теме. Давайте быстрее. Еще есть розовый пиджак, посмотрим. Вот этот мне больше уже нравится по качеству, чем в Заре. 44, не знаю, М-ка, наверное. Не хочу такой розовый пиджак. Но, конечно, мне больше нравятся не приталенные, но тоже ничего такой. Странненькая кофточка, ну да ладно. Короче, что-то в последнее время мне в Love Republic не очень заходит. Самое хорошее, я здесь уже все купила. Бежим дальше. Срочно бежим наверх, в личи, там есть личи. Очень надеюсь, что я успею взять этот напиточек себе. Мама, быстрее давай. Сейчас мы ищем здесь быстро личи. Его здесь вроде недавно открыли. Вообще не шарю. Сейчас здесь посмотрим, подождите. Я не знаю, где он находится, но пойдем сюда. Обычно я маму веду по магазинам. Я знаю, какой магазин где находится. А тут я не знаю, это был шок для меня. Я вообще слышала про этот магазин, вроде классный. Сейчас посмотрим, что тут есть. О-о-о. Девочки, зацените, как вам такое? Я даже не знаю. Мне кажется, лямки здесь большие. Это эска. Ну, давай попробуем. Держи. Прям надо очень быстро все сделать. О, вот это очень красивое, смотри. Не под настроение мне сегодня такое. Вот это очень красивый. Откладываю на следующую поездку. Слушай, мне, я даже не знаю. Мне вот надо сейчас погрузиться в это вот все. Обожаю это делать. Это тоже... Пишите в комментариях. Я люблю щелкать пальцами. Мам, помогай мне. Что ты не походишь? Что за мной? Еще без понятия, что брать. Мы бросили пакеты, сейчас их украдут. Трэш. Ой, я боюсь. Есть вот такая еще розовая кофточка, вот из розового. Но она тоже не подходит. Есть серая. Давай не будем ее мерить уже. Давай. Придем сюда завтра и померим все. А пока что я не знаю. Но вообще смотрится на ней прикольно. А, то есть это не я. Какие сапоги, прям не знаю. Это утонуть у них можно. Короче, все, идем за пакетами своими и идем. Только я хочу украшения посмотреть. Так, чисто по мелочам. Это что такое? Колечки. Мама, я предлагаю просто бежать за коктейлем. Ну-ка, упадешь. Всем привет.
спать хочу. Моника, здоровается. Ребята, я уже дома, сейчас сделаю вам небольшой обзор, вещи примерять я не буду. Первый пакетик — это Бершка. Бершке я купила вот такое прикольное худи, худю. Синего худи у меня еще нет, поэтому класс. Он даже маленький с фиолетовым, мне кажется, с отливом. Очень красивый цвет. Следующее для клипа — розовые джинсы. Очень крутые. Вообще крутые. Нужно будет нагладить их. Так, следующее. Это просто мои теперь любимые джинсы. Это новая модель, мне кажется. Мне тоже так кажется. И последнее, что я купила в Бершке, это штаны. Мне они нужны по определенному поводу. Вот они. Тоже классные. Танцевать. Да. Пакетик Бешки закончился. Следующий пакетик Calvin Klein. Мы не показывали, что мы там покупали. Взяли просто хап-хап, все. Вот. Папин размер и все. Надеемся, ему понравится. Вот Calvin Klein джинс. Положим в отдельную стопочку сюда. Потом вот такая зелененькая футболка. Мне кажется, что я ее у папы заберу. Нет, это черная, это мужская. Не, она не очень. Ничего страшного. И размер у нее огромный. Я в папиной футболке. А он в твоем халатике, да, в новом? Так, этот пакетик закончился, теперь покажу мой пакетик Calvin Klein. У меня здесь только футболочка, мне она очень понравилась, она розовенькая, но я ее вообще покупала не для клипа, а просто для себя, но если она пригодится, будет вообще топ. Такая домашняя, я в ней буду ходить просто по дому, мне так кажется. Вот такая крутецкая, значит, розовая футболочка, кстати, к джинсам подходит. Так, следующий пакетик 12 Stories, здесь я купила офигенскую водолазку синенькую. Мне такая очень нужна была. Блузочку. Это моя. Себе мамочка. Эмочка. Это в папину стопочку. Так, и вот это моя штучка. Теперь одна из любимых, наверное, да, Маня? Она очень плотная, это очень круто. Погладить нужно. Да, она уже плотная. Нет, все равно погладить нужно. Дальше пакетик Pink. Так, может, не надо Pink показывать? Там нет ничего такого. Первое — это тот халат, про который я подумала, который сказала мама для папы. Это не халат. Сорочку вот. Под коллекцию. Я надеюсь, тебя только девочки смотрят. Надеюсь. Следующий халат. Вот это уже, наверное, такой. Короче, вот такая спина красивая. Это новая коллекция. Я не знаю, новая или не новая. Или ну, я раньше не видела их. Я это все мерила, мне все идеально подошло. Мне так понравился еще один топ. Он такой красивый, он прям вот здесь с бантиком был. Но он, короче, мне не подошел. Я спрашивала, для чего вот это вот вообще нужно. Угу. Сказали, что его можно носить под пиджак. Ты но это вульгарно, одеваешь? Это вульгарно. Нет. Будет. У меня есть куча боди. Я их ношу и нормально. Платье у меня есть черное, вот такое платье, вот с таким вырезом здесь. И нормально. Ну ладно, если не стесняешься, показывай. Я нормально. Это, короче, такой топ. Сама стесняюсь. Нет, я его буду носить как бы под пиджак, когда у меня будет пиджак. Он тоже со стразиками. Ну вот, короче. Все, давай, Моня, примеряем. Надеюсь, что он тебя будет невелик. На вырост. Подходит? Очень даже, она грызет его. Все для тебя, под пиджак, поняла? Это знаешь, когда дочка надела мамины вещи. А у нее нога запуталась в стразине. Что ты его ешь-то, Моня? Это корсет, вот. Ребят, как вы думаете, если я его просто надену под пиджак, будет норм? Если вы считаете, что норм, пишите в комментариях плюсик, а если не норм, то минусик. Но мне лично норм, я бы пошла, мне как-то вообще нормально. Так, и последний пакет Zara, вы здесь все замечательное видели? Замечательно или не замечательно, не знаю. Ребят, если вы хотите следующее видео, где я закупаюсь, то ставьте побольше лайков. Завтра я буду покупать одежду и очень надеюсь, что еще что-нибудь из косметики. Надеюсь, вам нравится, как я снимаю покупки, потому что это для меня очень интересно. Такая блузочка еще розовая есть для собак. Под Монин язык цветом. Короче, ребята, вот столько вещей взяла мама с папой, а вот это все взяла я. Собственно, как всегда. Для видео, для прощания, Элечка, для прощания. Ты же участвовала чуть-чуть? От вкусняшки забирай. Смотри, какая вкусная. Моня, не претендуй, тебя сейчас укусят. Смотри, что короче, ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я, видимо, теперь свиная рука, да, или кто, как там, копыта. Ну, потому что у меня свинья родилась. Всем пока!